Это звучит как-то нереально вообще. Только представьте, в Бурятии две пьяные школьницы убили подругу, а затем разъезжали по городу на такси с ее телом. Когда их поймали, объяснили, задушили жертву из-за отказа поделиться сигаретой. Тело убитой обнаружили на берегу реки Селенга. Выяснилось, что в день преступления три школьницы гуляли, но не просто так, они попивали. В какой-то момент поссорились. Последней каплей стал отказ жертвы, это 16-летняя Настя, поделиться сигаретой. Подружки набросились на нее, повалили, начали душить, пока она признаков жизни не перестала подавать, но затем вообще что-то невообразимое начинает происходить. Девушки решают избавиться от тела, для этого вызывают такси. При этом объясняют водителю, что подруге плохо, и надо вот на речку ее свозить, чтобы она проветрилась. В общем, усаживают ее в машину. Без сознания Анастасия начинает приходить в себя. И тогда одна из девочек снова начинает ее душить прямо в салоне автомобиля. Все это происходит, представьте. Ну и вот тогда она уже довела дело до конца, девочку убила. Водитель при этом продолжал движение и ничего не заметил. Он высадил пассажиров в указанном месте и уехал. Я напомню, когда он высаживал девочек, одна из них была уже мертва. Следователи приводят еще несколько деталей этой ужасающей истории. Слушайте. Девушки еще долгое время сидели на берегу и решали, как скрыть следы преступления. Когда мимо них проходили прохожие, они усаживали тело потерпевшего, зажимали его между собой и в такой позе находились, пока люди не скрывались из виду. Сейчас следователи решают вопрос об аресте подозреваемых девушек. Отмечу, одну из них 15, а другой 14 лет.